Я вітаю усіх, хто проводить цей вечір разом зі Скіфією. Щосереди о 19:30 ми запрошуємо до себе представників обласної влади, аби підбити підсумки тижня, що минув, і озвучити плани на найближчу перспективу. Сьогодні у студії гість голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Путілов. Доброго здоров'я, пане голово. Добрий вечір. Ну і знову про вибори. Ось вже три дні, як Херсон із новим старим мером. Оцінка цих виборів, вона досить неоднозначна, тому цікавить ваша думка. Вибори пройшли. Зараз головне перейти до конструктивної роботи на благо Херсонщини, на благо України і українського народу. Я сторонник, от зараз проаналізував вибори. У мене було час, я озвучив ситуацію, як проходять вибори в інших країнах. Польша, США. Ви знаєте, многие говорили, що дуже була низька явка избирателей на ці вибори. Дуже мало було молодежі. Согласен, треба молодежь підтягувати. І треба підтягувати прежде її молодежь. Давайте їм зрозуміти, що вони такі ж сьогодні, на них можна опиратися. От я, допустим, що робила обласна адміністрація? Сьогодні максимально стараюсь залучати молодежь в стіни обласної адміністрації. І тому на молодежь сьогодні я зроблю ставку. Ведь вони сьогодні є той фундамент будущей України. Коли молодежь це побачить, я думаю, вона буде більш життєво активною. А по поводу явки, я хочу вам сказати, що в Польщі явка на місцевих виборах, допустим, була останні, коли були вибори в 2010 році, вона складала 35%. В США явка, вот эта статистика с 2001 года по 2000, вот, по сегодняшнее время, тоже явка на местных выборах упала с 26% до 21%. То есть явка на местных выборах, она изначально ниже, чем явка на президентские выборы или на парламентские выборы. Тут мы уже практически достигли стандартов развитой демократии. Да, но на самом деле, конечно, явка оставала желать лучшее, потому что явка в Херсонщине была одна из самых низких в Украине, к сожалению. Это говорит прежде о том, что у нас не настолько политически активное население. Ну, надо работать с людьми, надо чаще общаться, тем же самым политикам стараться прежде всего идеями доказывать, а не картошкой или луком доказывать свою правоту. Поэтому сегодня мы, я думаю, что надо своих граждан сегодня, жителей Херсонщины, поднимать их политический уровень. Зрелись. Ну, я однозначно сторонник все-таки двух, когда выборы во втором туре мэрской кампании, потому что вы видели, что в первом туре у нас были зарегистрированы двойники, многие люди путались, то есть у нас было два Миколаенко, два Сальдо. Ну, все-таки технології. Да. І я коли, допустим, он сейчас выборы во втором туре, некоторые, которые критики говорят, что это неправильно, я считаю, допустим, даже несмотря на то, что выделяется финансовый ресурс, мы сегодня избрали мэра, который поддержан большинством 70%, фактически на 30%. Это явная победа Николаенко. И я ему желаю работать на благо Херсонщины. Сегодня максимально сосредоточить внимание на проблематику города, лифтовое хозяйство, систему ЖКХ, систему отопления, дорожное хозяйство, систему освещения. У нас на самом деле прекрасный город. Мы живем в прекрасном городе, уютном, комфортном городе. Но последнее время, вы знаете, когда был Владимир Васильевич Сальдо у власти в нашем городе, другие города как-то более эффективнее развивались. Херсон, к сожалению, не так развивался, как соседние города. Поэтому с приходом Владимира Васильевича со многими общаюсь. Он просто не только человек Майдана. Мы с ним пересекались на Майдане, в Киеве, на Майдане, в Херсоне. В основном я в Киеве находился. Он часто посещал киевский Майдан. Это человек с демократическими ценностями, человек с украинской позицией. Очень важно, что именно в Херсоне победил Николаенко, который представляет демократические силы. Для меня это двойная победа. Для меня было принципиально важно, что победил человек, который представляет интересы Майдана. Но сегодня уже наша задача вместе с Владимиром Васильевичем Николаенко показать, что мы не только и при необходимости готовы выйти на Майдан, защитить интересы жителей Украины, и мы хотим ведь жить в европейской демократической стране. Мы сегодня и на деле должны построить именно Европу на территории Украины, на территории Херсонщины. Будем работать вместе. Вы знаете, президент Украины поддержал Николаенко Владимира Васильевича. Вместе мы с ним отрабатывали многие вопросы. Это мостовой переход, это сегодня тарифная политика, ТЭЦ, единая тарифная политика, теплоэнергокоммунсети ТЭЦ. У нас сегодня есть многие вопросы, где и областная администрация, и где город будет решать вместе. Поэтому сегодня выборы закончились. Давайте вместе делать хорошую жизнь наших жителей Херсонщины. Это непростая, сегодня непростая ситуация. Сегодня наша страна находится в состоянии войны. И поэтому очень важно эффективное использование каждого рубля, который есть в бюджете. Поэтому прозрачный бюджет. Мы должны идти
должны показывать тем же самым предпринимателям, куда идет финансирование, на какие дороги, школы, садики, больницы. Именно что мы сегодня делаем, я думаю, с учетом этого будут увеличиваться налоги в местные бюджеты. Ну, і хочеться сподіватися на те, що за півтора року, коли пан Миколаєнко був при владі, він, власне, вивчив основні больові точки нашого неспокійного міського господарства, і тому вже наступний час він може дійсно... Многим нравится, що він їздить в общественном транспорті. От я общався теж з жителями Херсона. Тобто він ближче до народу. Многим нравится, що він може так просто пройтись по вулиці і пообщаться с одним-вторым человеком. Вот знаете, вот именно эта простота, это многих жителей Херсонщины сегодня прельщает. Поэтому выбор сделан, давайте будем работать дальше. Ви знаєте, повсякчас владу звинувачують у застосуванні адміністративного ресурсу. Цього разу теж так було. Ці вибори не виняток. Задача завжди опозиції – говорити, що власть нагибає. Я сам в своє время був опозицією. Ви знаєте, в 2012 році, і коли Костяк, будучи губернатором, обіцяв мене і мою сім'ю вкопати в асфальт, когда был Майдан и когда стены моего дома были обрисованы, здесь живет фашист. Это я, который сегодня фактически являюсь русскоговорящим губернатором, главой областной администрации на юге Украины. И сегодня обвинить, допустим, меня, то, что я какой-то создавал админресурс, ни в коем случае. Если вы посмотрите на списки других политических сил, допустим, оппозиционного блока, Батьківщины, Наш край, вы увидите УКРОП, вы посмотрите, что там представлены представители бюджетных сфер, учителя, директора школ, ректоры университетов, там представлены главврачи, представители фактически всех бюджетных сфер. И я наоборот сказал, то есть какая разница, допустим, сегодня главное, чтобы врач или учитель, или это будет представитель социальной службы, чтобы он работал на благо Украины и украинского народа. А политический выбор – это его право. Не было никакого абсолютного давления. Разве было это возможно при режиме бандита Януковича? Не было возможно. А сегодня, пожалуйста, сегодня вы посмотрите, когда как прошла система голосования, сегодня практически всем политических сил представлено в областном совете. И представители всех, посмотрите, что там представлены абсолютно, есть и главврачи, есть представители образования, есть представители. Они представлены не в партии власти, они представлены в нашем крае, они представлены в оппозиционном блоке, они представлены в Батьківщині. То есть на самом деле, разве мы скажем, что выборы были с админресурсом? Нет. Ну, до того ж, голови громад взагалі можуть бути позапартійними. Мы строим демократическое государство. И поэтому я сегодня, наоборот, сторонник, когда у нас, допустим, в областном совете представлены фактически как одеяло, цветное одеяло, представлены все политические силы. Сегодня мы можем посмотреть на тех людей, которые представлены в областном совете. Это и фермеры, это предприниматели, это лидеры общественных мнений. Наоборот, мне даже интересно сегодня общаться с ними. Я сегодня общаюсь с многими депутатами областного совета, которые будущими, новыми, которые будут сейчас регистрируются. Мы сегодня с ними анализируем ситуацию, которая сложилась в области. И я хочу посмотреть, увидеть, где каждый видит себя, в каких комиссиях. Сегодня Херсонщина, я считаю, это такой регион, от нас сегодня, от будущего депутатского корпуса много зависит. Именно вектора развития, от направления, куда будет двигаться Херсонщина. Поэтому я хочу, чтобы каждый депутат, прежде всего, понимал, что он представитель громады. За него проголосовали люди. И сегодня надо отбросить все политические амбиции, закопать топор войны, политической войны, и всем направиться в одну цель – строить европейское государство, Украину. И сегодня это прежде всего строительство начинается с того, что мы будем формировать новый бюджет, что мы будем создавать его открытым. Мы сегодня полностью анализируем, как насколько эффективно работают коммунальные предприятия. Мы сегодня должны дать возможность, чтобы на нашей аграрной земле создавать систему мелиорации. Мы должны делать так, чтобы система образования работала эффективно, чтобы медицина, даже не будем ждать сегодня реформ с Киева, потому что мы можем ждать еще годами. Мы сегодня уже надели пилотные проекты, у нас вводили страховую медицину. У нас масса планов. Сегодня задача каждого депутата, которого делегировано сегодня в громадами, быть эффективным. Сказать, что он не зря сегодня делегирован на власть, и он принес пользу громаде. Сказать своим детям, сказать своим внукам, что да, вот я был депутатом областного совета, я сделал определенные вещи. А не заниматься популизмом и не заниматься политическими разборками. Это надо убрать в сторону. Я уверен, что будущий областной совет это займет такую активную
конструктивную позицию. А мы сегодня, прежде всего, депутаты областного совета. От нас люди ждут как раз перемен, которые связаны именно в наши функции ЖКИ. Теплые школы, садики, больницы, дороги, наши функции, освещенные улицы наших городов, наши функции создания новых рабочих мест. Не наши функции областного совета, курс доллара, не наши функции налоговая система, не наша функция тарифы на газ, а многие другие. Надо просто понимать, что какие наши функции, заниматься именно своими функциями, а функциями государственными, обороноспособностью, армия должен заниматься Киев и соответствующие органы. Поэтому я уверен, что с будущим депутатским корпусом, несмотря на то, что он сегодня представляет всем политическим партиям, мы найдем взаимопонимание, будем двигаться в направлении построения европейского государства. Потому что вы посмотрите, победили в областном совете как раз представленные политические силы, которые сегодня хотят построить все-таки демократических европейских ценностей. Але ж не тільки, і там є і давно знайомі всім обличчя. К сожалению, придется еще потом со временем еще одни выборы, и постепенно люди, которые представляли власть бандита Януковича, они уйдут в небытие. Я знаю, у нас работала такая Анна Пономаренко, это была замгубернатора, которая насильно вгоняла многих достаточно уважаемых людей в партию регионов. И я думаю, ей дадут органы соответствующую оценку. Сейчас она не появляется в городе Херсоне. Ей достаточно стыдно смотреть жителям Херсона в глаза. И этих людей как раз я, наоборот, вижу в своей команде. Потому что есть такие представители партии регионов в прошлом, но опять же трудно сказать, они Бабенко. Это директор лицея, это уважаемый дуже человек, это гордость Херсона, это Пепель, это второго инженера, энергетика. Вот не найдете вообще на территории Херсонской области, который именно человек вот, понимает, что такое энергоэффективность, который понимает, что такое теплый дом, понимает, что такое теплый город. И многие-многие другие представители партии регионов в прошлом, которых насильно загнали в партию регионов, а некоторые даже не писали заявление, их просто туда записали, что они члены партии регионов. Поэтому мы сегодня стараемся отделить мухи от котлет, и нам сегодня очень важно всех эффективных представителей партии регионов сегодня, которые в прошлом, может, и были в партии регионов, но сегодня стране нужны кадры. Профессионалы. И не надо, как говорится, искать черную кошку в темной комнате, тем более там ее еще нет. Некие лжепатриоты, которые не построили дом, которые не вбили гвоздь в стену. Зато они прекрасно кричат, допустим, митингуют, но сегодня люди... Ну, действительно, иногда такая непримиренность, она просто... Я человек, я прошел Майдан. Логичного пояснения. И один из первых установил палатку в Киеве. И привез туда 400 людей, жителей Херсона, и боролся с режимом Януковича. Но я там не видел ни одного, который сегодня кричит под стенами областной администрации. Я там никого не видел. Многие эти ребята сегодня работают в реальном секторе экономики, строят новую страну. Многие воюют на востоке Украины. Поэтому сегодня патриотизм, он доказывает, оказывается, не словами, а конкретными делами. Все время прошло именно критиковать. И, допустим, надо сегодня словами доказывать любовь к родине. Поэтому мы сегодня политические разборки должны закончить и двигаться в направлении строительства европейского государства. И я скажу, если затронуть, со многим не совсем согласен. Но сегодня можно опустить руки, сказать, все пропало, как многие делают. Ну, я классно, те, кто не пришел на выборы. Я вважаю, что это уже люди знавірились. И уйти в жесткую позицию. А можно просто-напросто подставить плечо и помогать сегодня президенту строить новую страну. Ему тоже непросто. Представьте, сегодня в парламенте собрались также представители различных политических сил, и надо собрать все-таки это конституционное большинство для того, чтобы сделать децентрализацию в нашей стране. Сегодня идет война, сегодня надо заниматься обороноспособностью нашей державы. Надо делать модернизацию наших предприятий, строить новые заводы и вооружать нашу армию. Сегодня надо вести внешнеэкономическую политику нашей страны для того, чтобы поддержка была мирового сообщества, для того, чтобы сегодня европейские государства оказывали давление на оккупанта. И во время этой войны внутренний враг пытается расшатать сегодня ситуацию. Вместо того, чтобы поставить плечо президенту, на которую на сегодня такая большая нагрузка. Я видел Петра Алексеевича, когда, если вспомнить его 2 года назад, и сейчас на него посмотреть, человек физически уже просто
большая, получая большую нагрузку, очень сильно устал. И понятно, какая нагрузка Но сегодня. Но ведь выснажился. Да, не просто сегодня втула, выснажение. Именно на его плечах. Поэтому сегодня очень важно подставить плечо президенту. И те результаты выборов, которые сегодня в Херсонской области, меня очень радуют. Херсонщина, да, заняла третье место по поддержке партии Блока Петра Порошенко в области и заняла первое место в городе Херсоне. Мэр Херсона был поддержан президентом, победил во втором туре. Результатами я доволен. Да, сегодня упал рейтинг партии власти по сравнению с, допустим, который был год назад. Ну, это всегда, это понятная ситуация, в стране идет война, и сегодня идут реформы, идет сокращение чиновников, которые необходимо сокращать. Сегодня нет времени заниматься популизмом, сегодня президент выбрал ветку реформ. Понятно, большое количество недовольных, и поэтому падает рейтинг призыва, поэтому падает в том числе рейтинг партии власти. Но тем не менее, он все равно на Херсонщине на первом месте. Ну, напевне, натхнення такими строкатими результатами виборів ви, пане голово, вирішили перезавантажити і обласну державну адміністрацію, так? І розпочали 13 листопада, у п'ятницю, ви не боїтеся містики, не боїтеся таких чисел, співпадінь. Видали розпорядження за номером 666. І, власне, про що у ньому йдеться, оскільки ця тема, вона одна із найобговорюваніших у засобах масової інформації. Ви реформуєте чиновницьку радь. Чим викликана така необхідність і яка кінцева її мета? Знаєте, кадри рішають все. Поэтому сегодня очень важно обновить кадровый состав областной державной администрации. Для меня сегодня очень важно подтянуть областную администрацию представителей реального сектора экономики, представителей людей, которые создали уже в своей жизни бизнес, построили предприятия, бывшие фермеры. Да, сегодня они идут за небольшую заработную плату, фактически они как волонтеры, те же добровольцы, которые сегодня идут добровольцами защищать территорию Украины, другие добровольцами сегодня идут в областную администрацию и именно изнутри сегодня помогают сегодня обороноспособности нашей державы. Но большое количество добровольцев, 666, мне не хватит, которые сегодня, у них просто нет на территории Херсонской области. Зарплата на самом деле очень небольшая, 1200 гривен, 2000 гривен, 2500 гривен, 3000 гривен у руководителей высокого уровня в облдержадминистрации. Поэтому сегодня для того, чтобы поднять систему мотивации, я принял решение сократить на 30% с численности администрации, а эти деньги пойдут на фонд на увеличение заработной платы тем людям, которые сегодня останутся работать. Мы в первую очередь проведем внутреннюю перезагрузку, мы хотим проанализировать, какие люди у нас работают, насколько они эффективно работают, какую они пользу приносят громаде. Мы хотим сегодня залучить именно то лучшее, что увидела та, как в новой полиции. Мне понравилось, как сегодня набирали новых людей, новую полицию. Это молодые люди с хорошим образованием, с патриотическим настроением. Вот я хочу таких людей сегодня видеть также в стенах областной администрации. Вот дали бы мне еще заработную плату, такую, как новой полиции, и дали бы возможность бы сделать такую же перезагрузку. Насколько было мне удобно работать, какую бы мы Херсонщину могли бы видеть. Просто поэтому спочатку сегодня маем то, что маем. Сегодня у нас фонд заработной платы выше нам не дает. У нас других возможностей нет. Поэтому данный фонд заработной платы будем использовать. Количество чиновников мы уменьшим. Проведем оптимизацию, постараемся привлечь новых людей и поставим новые задачи. Сегодня надо уйти от бумаготворчества, надо уйти от статистики, именно цифр, а сегодня надо перейти к конкретным делам. У нас следующий год, я хочу назвать годом энергоэффективности. У нас вот есть предложение сделать отопление во всех садиках, к примеру. Вот давайте сделаем. Мы прежде всего должны думать о наших детях, правильно? И дети – это самое главное. Вот самые маленькие дети – это дети, которые находятся в детских садиках. Вот давайте сделаем отопление в каждом детском садике Херсонской области. И сделаем энергоэффективное мероприятие. Вот скажем, вот у нас в каком-то году у нас все садики теплые, у нас стоит новое оборудование, которое сегодня эффективно работает и еще экономит деньги областного бюджета. Потом следующий год назовем теплые школы. Может, мы с депутатами областного совета выберем куда-то новый вектор развития. Я, допустим, сторонник еще вкладывать финансовые ресурсы, которые у нас могут образовываться путем оптимизации, кстати, работы коммунальных предприятий, в удочке. В удочке я имею в виду то, что может приносить финансовые ресурсы.
ресурс. Это систему решения, проектную документацию системы решения. Сегодня Мировой банк заинтересован дать кредит Херсонской области под систему решения. Ну и многие-многие другие направления. Кстати, вчера рассматривал вопрос 5% налога акцизного, где эти деньги направляются в том числе и на дороги. И также принял для себя такое управленческое решение, что хочу в этом плане залучать не депутатов областного совета. Не то, что где-то кто-то в Киеве будет решать, какие дороги нам ремонтировать, а управление транспорта будет им подмахивать. Ни в коем случае. У нас есть представители жителей Херсонщины, депутаты областного совета, которые избраны. Они, я думаю, хорошо знают свою территорию. Вот именно они будут ставить визы на этих документах, именно в каком месте, где какие дороги асфальтируются. А потом еще принимать качество работы тех же дорожных служб. То есть мы сегодня в рамках тех, которые у нас сегодня не есть, должны менять и реформировать Херсонскую область. Пане голово, я просто спершу подумала, що без залучення темних сил просто провести таке переформатування, ну скажімо, цілої системи, воно неможливо з огляду на внутрішній опір, який щоразу виникає при такій оптимізації. Люди з розумінням 9 сентября, і коли я спросив, скільки людей працюють в моєму підчиненні. Когда увидел цифру 666, я тоже понял, что я попал именно в часть темных сил. Я тоже понял, что это адская цифра. И поэтому я абсолютно не рассматривал никаким образом, какая будет цифра. Вот если Бог дал цифру 666, это было пятницу 13-го, значит, так и должно быть. Значит, именно одна цифра 666 разобьет, именно это ключевое, разобьет эту цифру тоже 666. Именно мы сделаем количество людей 400, которые будут работать в стенах, посмотрим. Это 30%, это мы планируем уменьшить количество людей. Сегодня самое главное поставить задачи, которые должен выполнять каждый чиновник. И, допустим, и какую зарплату. Чем меньше мы людей, чем больше мы людей сократим, тем больше будет фонд заработной платы, тем больше у нас человек будет замотивирован. Но в любом случае, цифра 666 не просто так появилась. У нас 666 человек сегодня работает в стенах областной администрации. И 13 числа. Значит, мы сломаем эту цифру, и потом следующая цифра 13 января уже будет счастливая. Мы в Новый год войдем уже с новой счастливой цифрой. А все старое останется позади. Пане голово, у вас досить регулярно знімають із посади. Ви, треба заради справедливості сказати, що ви не єдиний у цьому, але, можливо, ви якось виявили закономірність? Это ж вы знаете, тут такая ситуация, что значит правильно действую. Снимают с посады на уровне, да, я знаю, сила действия равна силе противодействия. То есть я как бы не стараюсь быть для всем хорошим. Я, во-первых, мужчина, я не девочка, чтобы всем нравиться. И поэтому я очень многим не нравится. Не нравлюсь, прежде всего, чиновникам, которых заставляю работать во благо Украины и Херсонщины. Не нравлюсь многим представителям партии Януковича. Я жестко, когда смотрю им в глаза, и не могу понять, как они могли служить бандиту Януковича. И я не нравлюсь многим людям, которые коррупционеры. Я не нравлюсь многим людям, которые еще живут мозгами в прошлом, не понимают, что мы, наши дети, наши внуки хотят жить в европейском государстве. Поэтому это их проблемы. Мы все равно движемся в правильном направлении. И поэтому понятно, что это не только меня касается. Это касалось предыдущих губернаторов, допустим. Специально есть такие структуры. Сегодня с ростом все-таки инновационных технологий, интернета. Сегодня, вы же сами понимаете, столько у нас интернет-изданий. Можно каждый день снимать любого чиновника, допустим, без вопросов. Нет никаких проблем. Мне просто нет времени читать. Эти фейки выдавать за достоверную информацию, за информованных. У меня стоят совершенно другие задачи. Это ко мне заходят, когда мои замы, они мне говорят, Ася, очередной раз снимает. Я просто улыбаюсь. Я понимаю, что кому-то из бандитов я нажал на мозоль. Ничего страшного. Значить, далі будемо жати на ту педаль. Знаєте, за той час, який у нас залишився, буквально 3 хвилинки, я хочу поговорити про те, що ми пропустили з вами низку свят, не спілкувалися, так вони припали на цей період міжвремення, так? Це і аграрії відсвяткували своє професійне свято. Ну, власне, і ми, працівники телебачення, радіо і зв'язку. І знаєте, ми наближаємось до досить нової дати у нашій історії, так? Це День Гідності і Свободи. Ну, коли у нас такі свята радісні, то ці дати, які народжуються вже в сучасній Україні, вони досить такі болючі, пов'язані з трагедіями людськими і з кров'ю, сльозами. Тож, можна якось узагальнити, привітати все-таки, змотивувати, якось
дати якусь надію нашим глядачам, хочу поздравить, незалежно від роду їх хочу діяльності. Поздравить всіх аграрників, всіх представників сектора АПК. В этом году ми собрали найвисокий урожай за всі роки незалежності. І ви знаєте, я виступав перед аграрниками і думав, що їм сказати. Тобто я сам промишленник, не аграрій. От що, як от сказати, наприклад, щоб достучатися до кожного з них. И я вам сказал вещь, которую вот именно вот испытал в процессе работы. Мне неоднократно чиновники областной администрации, люди уже, которые знающие, били кулаком по столу и говорили, надо бороться с урожаем. Андрей Станиславович, давай собирать совещание, нарады, надо бороться за урожай. Я говорю, стоп. Давайте в этом году послушайте меня, человека, который пришел с реального сектора экономики. Давайте не будем мешать. Давайте просто не будем мешать делать их работу. И людям их работу. Вы что думаете, люди, которые сегодня рынок выдавил неэффективных менеджеров, неэффективных представителей сектора ПК, не знают, когда им сеять, не знают, когда им убирать? Разве думаете, они не знают, какое удобрение им применять? Давайте просто им не мешать, давайте людям просто дадим возможность собрать урожай. Вы знаете, я не проводил совещаний, я не бил кулаком по столу, не проводил ненужных селекторных совещаний. Я просто сказал, узнаю, что кто-то мешает. Сегодня представитель аграрного бизнеса, будем разговаривать по-мужски. Мы собрали самый высокий урожай. Мы не мешали. Я потом уехал с этого праздника. Мне сказали, что выступил после меня один, второй. И сказал, что да, никто не мешал. И в этом плане я оказался прав. Мы не мешали и тем самым помогли каждому фермеру собрать самый высокий урожай. Но вышел другой представитель, один предыдущей партии власти, сказал, если бы нам бы еще помогали. Так вот у нас 24 года помогали. А сейчас один год я не помогал. Я просто сделал так, чтобы власть не мешала. И мы собрали самый высокий урожай. Я думаю, мы в следующий раз не будем никому мешать, а помогать мы именно будем с помощью наших народных депутатов. Мы сегодня уже приняли ряд с депутатами законов, запрещающих приватизацию системы мелиорации. Сегодня наши народные депутаты, я знаю, Гордеев и Хлань находятся в Киеве, ведут переговоры с Мировым банком о модернизации системы мелиорации. Мы сегодня будем заниматься такими глобальными вопросами для Херсонщины. И дальше мы будем помогать и подставлять плечо каждому фермеру. Но именно помогать, в кавычках, как это привыкли раньше, мы не будем. Мы мешать никому не будем. Мы будем помогать, не мешать, чтобы ни один чиновник не лез в дела фермеров, чтобы каждый собрал высокий урожай. Я уверен, что в следующем году мы дадим урожай еще больше, чем в этом году. Хочу поздравить представителей журналистов. Журналистов. Журналисты – это сегодня очень важная профессия, особенно в нашем динамично развивающемся время. Сегодня каждое слово, оно как пуля, оно может так выстрелить и ранить человека. Поэтому хочу, чтобы относились толерантно к каждому представителю сегодня и власти, представителю оппозиции. Мы вас любим. Мы вас любим, журналистов. Хочу пожелать успехов, счастья, благополучия в ваших семьях. Дякую. То, что касается Майдана, Майдан у меня, он в сердце всегда был и будет. И Майдан, это же не обязательно выйти сегодня к стенам облдержадминистрации или в Киеве и кричать. Сегодня Майдан, это как раз зависит от человека, какую пользу, надо, чтобы каждый себе сказал. А если хорошие слова, не то, что Украина сделала для себя, вот если каждый скажет, что ты сделал для Украины, тогда это человек представитель Майдана. Поэтому я хочу сказать, чтобы у каждого патриота Украины било сердце Майдана, и чтобы каждый сказал, что он сделал для Украины. Тогда у нас будет красивая, яркая, счастливая страна. Дякую. У нас залишився час тільки попрощатися. Нагадаю глядачам, гостем нашої студії сьогодні був голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Путілов. Ми прощаємось недовго. До наступної середи. Дякую вам. Успіхів.